Протекающая крыша, стены, покрытые грибком и старое оборудование. В таких условиях лечат детей в городе Долина в Прикарпатье. Есть ли шанс, что больницам окажут неотложную помощь, выясняли мои коллеги. Облезлый фасад, разрушенная лестница. Так сегодня выглядит Долинская детская районная больница. Внутри не лучше. В манипуляционном кабинете со стен вот-вот начнет осыпаться плитка. Тут потребуют ремонта стены, потому что вся плитка дыхает, она отпадает. Стеля так само вся отпадает, вся лущится. Инна Долишняя лечит здесь маленького сына второй раз. Рассказывает, бывали во многих медучреждениях. Но такого ужаса нигде не встречали. Ты даешь и гроши, ты и купляешь лекарства, чтобы вытянуть дитину, понимаете? А уже потом ты приходишь до тями от этих всех умов. Я могу трошки идти в палаты, ліжка, якусь постель новішу, ну хоть что-то, понимаете? Сотрудники больницы рассказывают, капитального ремонта здесь не было уже 40 лет. Палаты обустраивают за собственные деньги, иногда помогают спонсоры. Несколько лет назад полностью обновили одну из палат в инфекционном отделении. Сейчас там современный ремонт и новая мебель. А вот в дневном стационаре кровати и белье еще советского производства. Я пришла на работу, вони були ці ліжка, а за матраси, ну, не можу сказати, що аж такі, як ліжка, трошки молодші. В 88-м році. А это Долинская детская поликлиника. Капремонта здесь тоже не было давно. Трубы текут, в подвале вода, на стенах плесень и грибок. Стеля лущится уже років 8. Все падает. Падало и тут штукатурка, и там. В том кабинете так само. Тут есть еще другой кабинет. Проводка горела 4 раза. 2 раза прямо был вогонь. Серьезно, під час приема. Заведующий поликлиникой говорит, чиновников о помощи просили не раз. И вот, похоже, лед тронулся. Мы недавно складали кошторис, писали, что нам нужно, и сколько на то нужно грошей, и все то подали в районную раду. Но это буквально, ну, может, месяц тому. А что раньше назвали? Нам никто не пропонував такого сделать, понимаете? А зараз нам запропонували. Почему о больнице и поликлинике вспомнили только сейчас, когда там уже полная разруха? Мы решили поинтересоваться у руководства Долинской райгосадминистрации. Но узнав о приезде нашей съемочной группы, чиновники поспешили уйти с работы. У кого отпуск, у кого срочные командировки. Лина Зеленская, Жанна Дучак, Зиновий Автанас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.